Утро Александра Карнаухова начинается намного раньше, чем у большинства видновчан. Рассказывает, к 7:30, как правило, уже на работе. В первую очередь экипироваться, затем выезды на происшествия или встречи с горожанами. Каждый день правоохранителю нужно опросить десятки человек – жильцов проблемных домов или иммигрантов. Кстати, большая доля работы участкового – наблюдение за теми, кто претендует на российское гражданство. Мы конкретно должны в каждом адресе перепроверить их информацию, заявленную о том, что они будут жить. То есть не так давно введена уголовная ответственность по статье 322.3 «Фиктивная регистрация иностранного гражданина в адресе». Александр Карнаухов рассказывает, к участковому люди обращаются по самым разным вопросам. От банального «шумные соседи» до жалоб на неправильную парковку или даже за юридическим советом. По заявлениям конкретным обзванию либо заявителя, либо тех граждан, в отношении которых заявитель просит провести проверку, назначаю встречу, общаемся, то есть добиваемся того результата, о которых просит заявитель сам. Участковый трудится не только в Купеленке, совмещает службу и в других районах Ленинского округа. Рассказывает, с каждым годом заявлений становится все больше, а работа усложняется. Тем не менее, в своем призвании Александр Карнаухов уверен на 100%. В 1997 году мною был сделан выбор, я пошел работать в милицию. Прошло 25 лет, то есть большой жизненный путь, четверть века проведено в службе. Да, сложно, но интересно. В том, что работа участкового непростая, наша съемочная группа убедилась, выйдя с Александром Карнауховым на первый же адрес. По плану – обычный разговор с нечистоплотными жильцами. Однако, не дойдя до нужного дома, мы встретили полноценное административное правонарушение. Оставить его без внимания участковый не смог. Я зовут меня. Выше. Выше. Вы читать будете? Давайте. Снимать нельзя служебное. Я понял. Александр Сергеевич Карнаухов. Что я должен? Как? Должность участковый, уполномоченный полиции. Для Александра Карнаухова ситуация уже банальная. Распитие горячительных напитков в общественном месте. Свою вину отдыхающие признавать не собирались. В ход пошли провокации и съемка на мобильный телефон. Тем не менее, правонарушителей доставили в отделение полиции, оформили административный протокол и выписали штраф. Таких и более серьезных ситуаций за неделю у участкового наберется немало. Саму работу приятной назвать сложно. Здесь важен результат. Спокойные дворы и довольные жители. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.